Всем доброе утро. Мое утро начинается с... Ой, так хотелось бы спросить. Еще раз дубль два. Мое утро начинается с клубнички. Я ее вчера почистила, немножко поела. Ну, в принципе, она так хорошо выглядит. Прям холодненько. Так бы и все съесть, но все много. Возьму сейчас немного клубники. Ну, по-моему, вот надо подумать, чем позавтракать-то. Во, у меня есть творог с клубникой, мне кажется, будет самое то. Ну или же сделаю в своем вот этом, в своем устройстве. У меня еще есть яблоки и есть киви. Вот, кстати, я прочитала про ботокс. И я думаю, что может стоить, ой, не ботокс, а детокс. Господи, ботокс, я же забралась сделать детокс. Для... Ну, детокс для очищения организма, там 3 дня надо пить эти коктейли, только больше ничего не есть. Я думаю над этим. У меня стоит посуда, помыла вчера ночью. Всякие судочки, тарелочки и так далее. Она у меня всегда так высыхает. У меня спрашивали, чем я сегодня буду заниматься. Я иду сегодня на маникюр. Записалась к Веронике. Спасибо ей большое, потому что она мне, скажем так, сделает в долг, потому что у меня... Нету сейчас возможности сделать себе маникюр, а поскольку потом я буду работать, а потом я уезжаю в Кривой Рог, без этого не обойтись. А кто-то писал, что себе можно купить самой делать, ну, опять же, да, пока мне себе самой я ничего не могу купить. Поэтому клубничного всем вам настроения. А, сейчас еще Любу вам покажу. Так, ребята, вот моя Люба, она уже частично теряет свои... Ой. Броню. Теряет свои, скажем так, красоты. Но листья такие, знаете, упругие. Я очень надеюсь, что она все-таки будет жить. Любовь бывает разная. Что у меня еще тут денежное дерево стоит. Оно вроде нормальное, такое упругое. Надо сейчас будет все поливать. Чем же я сейчас сегодня буду заниматься? Буду опять мыть окна. Они опять грязные, как вы видите. Тогда дождь прошел и мне все попортил. Убираться буду пыль за... Я не скрываю, в принципе, пыль за неделю... Кружка моя. Пыль за неделю накопилась. Надо все поубирать, попротирать. Плюс еще помыть эту... Скажите, у нас солнечно сегодня. Даже очень солнечно вышло. Помыть плитку, она у меня белая, на ней все видно. Недавно суп, короче, трошки провтыкала, и он перекипел, скажем так. Сходить на рынок, наверное, опять же, может быть, еще клубники себе куплю, пока есть возможность, скажем так. То есть она будет по 30 гривен килограмм, больше я не готова. А вот что еще, ну, поубирать, стирать. Я думаю, вам это не так будет интересно. Стирка. Сейчас вам покажу, у меня такое одно приспособление для стирки есть. Вот им я каждый раз стираю. Ребята, вот такая у меня и штука. Она старая, еще от бабушки осталась. Перед, конечно, перед стиркой я всю ее вымываю, вычищаю. Вот, я стираю ей, когда мне много что-то стирать. Когда мне там 1-2 кофточки, я стираю руками. А так ей вот так вот. Ой. Вот так вот и стирается. Не знаю, было ли у вас такое... приспособление или нет. Ну, мытье полов и так далее, уборка, я думаю, это у всех стандартно. Упс. Что всем хорошего дня. Ребята, на улице у нас пекло. Я чувствую, что мне придется даже вентилятор покупать, если я здесь буду оставаться. Потому что у меня в квартире обычно не холодно, обычно прохладно. Но в данной ситуации у меня в квартире тоже духотень. Ой, не могу камеру переверну. Я сегодня выгляжу вот так, одела свою кепочку, потому что солнце прям реально очень жарит. Сейчас час дня. Не знаю, как свистит, мне не свистит. Можете написать, сказать. Помада. Ближе могу показать. Многим понравилось. Иду на рынок. Посмотреть клубнику. И творог хочу еще купить. У меня закончился. Чтобы вы понимали, в итоге утром я поела творог и клубнику. И я вот дальше думаю, может мне устроить сегодня клубничный день. Весь день просто есть клубнику. Ну там киви можно, еще фрукты. Такой разгрузочный день.
и посмотреть, будет ли от этого какая-то польза. Хотя сейчас так потеешь, что мне кажется, от всего польза будет. Фу, пекло, прям кошмар какой-то. Сафари, господи, саванна. Жара, кипяток. Все, идемте на рынок. Так, ребята, покажу на фоне своего любимого цветка. Такие ногти у меня получились классные. Уже 5 часов вечера. Фух, так быстро время летит. В общем, сейчас буду приниматься за уборку. Не очень любимое мною дело. Эти классные такие, красные и с клубничкой. Буду, кстати, перебирать клубнику. Думать, что готовить на неделю. В общем, короче, меня в этом мире до 12 ночи вы не найдете. Надеюсь, что это видео я успею смонтировать и вам выложить. Кстати, я начала, вернее, продолжила рисовать свою картину по номерам. И думаю, скоро вам покажу результат. По крайней мере, очень постараюсь. Хорошо вам яркого настроения клубничного. А, я же клубнику обещала показать, то, что купила за 25 гривен. Минуточку. Вот такую клубничку купила за 25 гривен. Ну да, она здесь не вся идеальная, но зато 25 гривен килограмм. И я ее купила, получается, это чеплашка на 30... Ну, тут, конечно, надо перебирать. На 32 гривны. Мне кажется, очень... Ну, очень не прям одна в одну. Одна в одну стоит около... Вот такая неплохая. Одна в одну стоит около там 35-40 гривен. Ну, я, скажем так, сэкономила 10 гривен. Вот. Сейчас буду перебирать. Вроде бы нормальная попадается. Может быть, ее, кстати, и заморозить, или компот с нее сделать. В общем, сейчас подумаю. Всем спасибо большое за просмотр. Всем второй день желаю клубничного настроения. Ну и вообще просто хорошего настроения. Удачи завтра. Потому что завтра уже начинается рабочая неделя.